Всем привет! Меня зовут Татьяна Леонтьева, и теперь я расскажу, почему работать на национальном телевидении – это круто! Я энциклопедия. Ну, по крайней мере, для своих близких и друзей. Я всегда смогу рассказать, что нового и интересного происходит в нашем городе. А еще могу с легкостью объяснить, какие бывают виды асфальтобетона и чем кормят детей в детских садах. Я постоянно общаюсь и каждый раз узнаю что-то новое. Вот вы, к примеру, знали, что на большинстве солнечных электростанций страны стоят солнечные батареи, которые изготавливают в нашей республике. Я открываю двери. Двери, которые для большинства закрыты. Но сами подумайте, где, как не на телевидении, можно побывать на хлебозаводе, полигоне ТБО и в центре гигиены и эпидемиологии. Родные помнят, как я выгляжу. Мои родственники живут по всей стране, и, к сожалению, нам редко удается встретиться. А благодаря работе на телевидении я всегда могу передать им привет. А вот над последней причиной я очень долго думала и никак не могла придумать, что же это может быть. Но оказывается, ответ лежит на поверхности. Я просто очень люблю свою работу.